как произошло, особо времени не было думать, раздумывать. ЧК, граната. Он хотел выскочить с вагончика, я его туда запихнул. Взрыв. Все. Угу. Скорая помощь. Да, больше. Об этом как-то думалось в тот момент? Ну, знаете, в тот момент оно эйфория. То есть, когда видишь человека с глазами волка, как вначале он был адекватным, а потом у него глаза стали волка. Поэтому выбора не было особенно. Я так понимаю, что то есть вы его увидели, да, в этом микроавтобусе, он так где-то прятался? Нет, да? Я его не увидел, я был старшим смены, меня уже позвали, когда данный гражданин его уже вытянули с микроавтобуса. Угу. Я с ним провел беседу. То есть, скажем, ну никаких признаков вот сначала не было, да? Нет, абсолютно адекватный человек, вопрос-ответ, то есть ничего лишнего он не говорил, ничего. Но внутри было какое-то предостережение. Ну вот оно. А когда он, собственно, достал вот чеку, то это какое-то самодельное устройство, да, так я так понимаю? Ну да, как говорят, вроде бы ФОВАЗ. Угу. То есть, а когда он его достал, после чего? Что вы там сказали, что досматривать, да, его будете? Ну, они остались вдвоем с водителем этого микроавтобуса, я всех убрал с вагончика. И позвал наряды на подкрепление. То есть человек все-таки был 1,90 м роста. И он, когда увидел, что подходят ближе люди, он заминжевался, он понял, что ситуация выходит из-под его контроля. Сразу он повернулся уже с щекой в зубах. Угу. Я в это время сходил за металлоискателем, дабы проверить человека на железо, мало ли, оружие там, все остальное. Когда я пришел, человек уже находился в помещении в нашем служебном. Он гражданин Молдовы, тот, который вез его. И, соответственно, старшей смены, я захожу в вагончик с металлоискателем. Ну, он как бы понял, что я, вроде бы как деваться некуда. Ну а до этого вел себя нормально, спокойно, уверенно. Даже никаких предпосылок не было к тому, что он что-то будет делать, какие-то свои действия. Ну и соответственно, когда я занес уже металлоискатель и включил его, он срывается, и тут получается какой-то небольшой кипиш, взрыв и все. Когда он начал метушиться, мы ему просто не дали возможности выйти из вагончика. Потому как, что бы он ни сделал, либо то нож был у него, либо то граната. Рядом стоял поток легковых автомобилей, там, может, 10-15 машин. Люди оформлялись с грузовых транспортных средств, проходили паспортный контроль. Ну, то есть, если бы он вышел с вагончика, наделал бы много беды.